Всем привет! Сегодня 17 сентября 2021 года, примерно без 10:07 утра. Вот этот каток надо мне забрать, ничего не видно, вон машина стоит, все, включусь позже. Вот такой вот каточек. Так, вот этот металлчик нам надо забрать. Так, вот тут есть сигнал. Сейчас выкупаю, покажу. Проволока. В мотках. Ее тут очень много. Ладно, что смогу вытащить, что не смогу, не вытащить. Нашел сброс проволоки. Вот потихонечку таскаю к машине. Половинку уже откарабанил. Сейчас еще что смогу, вытащу. Тут, конечно, надо пилить, надо, пила нужна. Какая-нибудь желательно. Электроболгарка была бы вообще отлично аккумуляторная. Можно было бы быстро напилить. Ну ладно, сейчас покажу, что еще там сверху. Так, вот тут ревзя. Вот, видите, проволока. Она в мотках. Росла в землю. Тут ее много. Но вытаскивать очень тяжело. Вот она, вот. Вот. И это все сброс проволоки, вот он. Вот он, видите?